Календарь говорит нам о том, что впереди дачный сезон. И в нашей программе, кстати, тоже сегодня пятница. Тот самый день, когда мы обсуждаем дачные темы с экспертами. Потепление, капель и лужи – это вот уже приметы ранней весны. В этот список можно добавить появление в домах окон, которые светятся красивым фиолетовым светом. Это дачники готовятся к сезону, проращивают семена и рассаду под специальными лампами. В этом году придется обойтись без импортных семян. Кое-где в магазинах еще можно найти остатки, но на этом все. Впрочем, многие и раньше предпочитали отечественный посадочный материал. Он лучше приспособлен к нашим условиям и дает более предсказуемый и качественный результат. Выбор и подготовка посадочного материала – это очень важный этап. В это время куется основа нашего будущего урожая. Мы открываем сезон дачной консультации. Этим утром с нами настоящий эксперт в дачных делах Эрика Терехова. Доброе Здравствуйте. Утро, Эрика Георгиевна. Здравствуйте. Рада вас видеть. Начинаем сегодня, да, официально сезон с вами. Как идет вообще вот сейчас домашняя подготовка к дачному сезону и по плану, что сейчас самое главное? Домашнее это идет прекрасно. Угу. Перцы растут, баклажаны растут, петуни растут, анютины глазки растут, львиные зевы растут, и всякое еще всячина уже давно растет, уже хорошенько, что-то пикировать надо, что-то на подходе на пикирование. Но сейчас вот самая главная сейчас задача, пока снег есть. А снега в этом году хорошо много. Много. Вот у кого есть теплицы, первое дело сразу езжайте на дачу и набивайте теплицы снегом. Вот не таким вот этим, а вот таким. О, вот таким вот. Угу. Дело в том, что за зиму теплица, вот она вымерзает так, что там получается земля, какая бы она ни была, там земля, она стоит как пыль прямо. Угу. Как вот 2 года снега не было, я из-за рыка у нас таскала леечками, проливала эти грядки свои на этом, в теплице. Вы знаете, ведро выльешь, ну, лейку 10 литров, вот такой кусочек, 50, ну, пускай 30 на 30 или 50 на 50, выльешь вот на такой, ну, ведро воды, да, кажется, что. Угу. Вот так вот раз, я своим ноготком раз, там сухая земля, понимаете? Вот так много было. Угу. Надо было носить, а когда мы снегом все заносили, причем только ради бога не таким. Но у меня соседи говорят, ой, мы уже 2 раза занесли. Ну, когда людям делать нечего, я никогда не возражаю, ради бога, хоть 5. Но вот я поеду на дачу сегодня, кстати, сосед меня отвезет. Занесу теплицу снегом, побольше закрою пленочкой и все. Ну, пускай там тает. Да, и он дело в том, что днем же там очень жарко. Угу. А ночью-то понятно, еще у нас хороший минус. Она подстынет, потом опять это, и она уже так не высыхает. Влага будет оставаться в земле. И когда мы в апреле приедем, уже нам надо будет сеять туда что-то, у нас грядки уже готовы. Понятно. Отлично. Давайте тогда обсудим посадочный материал. Мы уже коротко сказали о том, что, скорее всего, большинство дачников в этом году выберут отечественный посадочный материал, даже если раньше они отдавали вдруг предпочтение какому-то другому. Вот как правильно выбирать качественный посадочный материал? Качественные семена? Никак. Отлично. Никак. Это все зависит от производителя, потому что, ну, у меня уже сама, когда я хозяйка на даче, я 44 года. Сама, когда с сестрой там была, я это не считаю. Я там была рабыней Изаурой. А сейчас я уже сама, 44 года. Вы знаете, и смотришь, какой производитель, и смотришь, кто, и где, и что. Ну, вы знаете, не попадешь. Это просто уже как повезет. Схожесть же проверяется как-то заранее? Нет. Никак? Нет, никак. Значит, вот что мы сейчас, если кто-то сейчас еще не посеял, допустим, перцы и баклажаны, люди, пожалуйста, сделайте это сегодня-завтра. Сегодня пятница, завтра суббота. Садим, сеем все только в женские дни. Только в женские дни. Даже не просто сеем, а начинаем их пробуждать. Вот это пробуждение вот надо именно в женские дни. Женские дни у нас пятница, суббота и среда. Вот 3 дня, пожалуйста, этого достаточно. Что мы сейчас будем делать с перцами, с баклажанами? Ну, поскольку я вот на себя равняюсь... Ой, у меня с помидорами горе в этом году, но это скажу попозднее. В магазинах тоже. Вот. С ценами на помидоры. Нет, ну, у меня в основном много своих. И это...
Значит, что мы делаем сейчас с перцами и баклажанами? Mm-hmm. Ну, если у меня, допустим, их 17 сортов, ну, мне не надо по 10 штук садить каждого там сорта. Вот. Ну, я сажу, допустим, по 5. Мне этого вполне достаточно. Значит, я их кладу, каждый сорт отдельно, в тряпочку, именно в тряпочку. Туда ложу обязательно этикетку. Этикетку я уже вот не принесла, но я несла много, поэтому тяжело было. Делаем этикетки обязательно из пивных алюминиевых банок. Люди, это очень удобно, потому что, когда мы ее... У меня сосед это делает, сосед. Я ему там за какую-то работу дам 100-200 рублей. Он побежал, сразу пиво купил. Пиво выпил, а банки эти он мне тут отрезал этот, здесь отрезал, потом разрезал. Получается такая пластина, выровнял концы где ножом, и получается ровненькая пластиночка. Я ее потом разрезаю на такие полосочки, каждую полоску еще режу пополам. Получается где-то вот такая вот пластинка. Писать на ней очень хорошо шариковой ручкой. Положили на мягкое, на что-то, на газету. Я сложила в 4. Дело в том, что не надо смеяться, когда говорят, я в какой сорт? Ой, да я написал на бумажке, а бумажка промокла, сгнила. Понятно. У меня этикетки не сгнивают никогда, понимаете? Потому что это металл, написано вдавленка, и она никуда не девается. Понимаете, вот все это я замотала, приготовила к посеву, к пробуждению. Потом все вот я их это, сегодня обязательно, кто это за этим занимается, сразу сделайте это, заверните их, обязательно завяжите. Я прямо тряпочками, ну, у меня специально такие эти есть, я все это завязала. Обязательно я метлайдеровка. Ну, от метлайдеровки там мало чего осталось, но вот это я делаю по метлайдеру. Я обрабатываю семена, а обрабатывать надо обязательно. Вот даже вот они там синенькие, там розовенькие такие, красненькие, вроде они там обработаны. Я им не верю. Я не верю, понимаете? И Курдюмов, как мой любимый говорит Николай Иванович, рыжик агроном такой с Ростова, оттуда, он говорит, никому не верьте, верьте своему опыту и своей земле. Вот я его очень люблю за это. Поэтому я обрабатываю даже такие семена. Обрабатываю их в горячей воде. Вода 50-52 градуса. Не более 30 минут, не более. Лучше 29. Потому что в термосе, Никаким кто-то говорит, а пальцем можно померить? Что, с дуба упали, что ли? Какой палец? У меня специально вот такой градусник. Я туда по это раз, ага. Ну, я в ковшик наливаю там. 53, допустим. Ну, когда в термос наливаешь, термос холодный, да? Оно остывает как раз 51-52, и все нормально. Держим не больше 30. Лучше 29. 29 придержали, воду сливаем горячую, сразу холодную. Сразу больше передерживать в горячей воде нельзя. Зародыш сваривается. А что такое вареный зародыш? Что с него будет? Ничего. И все, мы семена свои загубили. И никакую схожесть мы уже не проверим. Мы загубили сами. Угу. Почему я люблю в горячей воде? В марганцовке я не занимаюсь. Марганцовка, да, она вроде обрабатывает. Но она обрабатывает только вот тут, вот снаружи. Угу. Вот тут. А горячая вода и снаружи, и внутри прогревает, обрабатывает. Да? Понимаете, она обрабатывает везде. Поэтому мне это очень нравится. После этого я вытащила, они уже остыли. Все, я их отжала и опускаю их в эпин. 2 капли эпина на 100 миллилитров воды. 2 капли эпина. Но только кто-то, ой, да я решила попробовать, что там 2 капли? Я открыла эту ампулку и стала это. Никогда стала вот это не делайте, потому что там очень гладенькая такая поверхность внутри. Если вы начнете вот это стали этот, у вас она выльется сразу вся. Есть пипеточка, взяли пипетку, нажали. 1-2 капли, если вам надо 100, мне так надо до литра, а то и больше. А если переборщить с эпином, то что будет? Ну, переборщить не надо, ничего не будет. Ничего не будет. Ничего. Просто зря истратим препарат. Смертельно не будет, да, но ну, не надо. Зачем это? Потому что все это стоит денежки, а мы же девочки экономные, поэтому лишних трат не надо. Держим в эпине, хоть там написано, сколько там времени. Вы знаете, я держу, бывает 12 часов, бывает держу до суток. Больше суток я не держу. После этого... Я их вытаскиваю так вот, отжимаю, ложу в пакетик и начинаю сеять. Значит, мне очень нравится, ну-ка, ручку покажи, ты там у вас на... Нет, такую ручку, которой пишут. Нет,
У кого есть ручка такая, вот, смотрите, что у меня синенькая? Есть ручка. А там есть что-нибудь, наконечник синенький такой? Нету. Нет, нет, ну, вообще, понимаете. Не подготовили. Ни одной ручки путевой нет. Значит, вот мне нравятся ручки наши, обыкновенные ручки, да, и у которой там вот конечек такой вот он. Она тут, допустим, розовенькая, синенькая, там черненькая, а на конечниках. И вот я делаю земельку, набираете, ну, в чашечку там полную, все, утрамбовали. Ну, я трамбую всегда столовой ложкой. Вот, хорошо утрамбовала. И делаю дырочки вот на глубину вот этого наконечника. Понятно. Вот какой на ручке. Сделала дырочки, взяла по одной семечке. Ну, семечки сначала разложила на блюдечко, чтобы они подсохли до сыпучести. И туда накидала. Потом я как блох вот так их там задавила. Раньше собаку имела, собака была с блохами. Сейчас собаки никогда блохнут. Даже подавить нечего. Квалификацию теряю, понимаете? Эрика Георгиевна. Все, вот так вот их все за это. Все, их утрамбовала. Земелька должна быть влажная. Перед тем, как эту землю обязательно или полили, или побрызгали. Как потом, когда посадили, ставлю в пакет. И вот тут закрутила и ставлю куда-то в теплое место. И стоит, ну, 2-3 дня я даже не заглядываю. А уже на четвертый день я начинаю смотреть. Как увидели, петелька вылезла какая-то, одна, даже одна. Вы ее сразу ставьте на свет. Сразу на свет. Все, но пленочку, это пакетик не убирайте. Потом постепенно пакетик поднимайте. Ну и в итоге постепенно их приучите к комнате, приучите к свету, к солнышку, и они у вас будут расти. Ну вот, вот такие идеальные советы. Ирина, да, Георгиевна, это... а вы уже на дачу ездите? Нет, не езжу. Вот сегодня вот первый раз сосед меня сегодня это... Ой, тогда мы вас следующую пятницу приглашаем, чтобы еще обязательно разобрать все дачные вопросы. Ой, на даче. Кстати... А еще сейчас, секундочку, можно одно замечание? Потому что мне уже, знаете... Давайте. Ой, вы знаете, мы начали деревья разматывать от этого. Ага. Люди, ради бога, не спешите. Почему не спешим. Этого сейчас делать нельзя? Потому что снег лежит. Снег, я думаю, на дачах еще белый. А снега много, а солнце яркое, отражается? Солнце отражается от снега и сразу на нашу крону, на наши скелетные ветки, на наши штамбы, и будет у нас солнечный жжок. Ждем, пока жжок. Растает, да, уже? Да. Все Если понятно. Хотите, то, пожалуйста, пошевелите там быстрее снег, чтобы он быстрее таял, если руки чешутся. Если у вас, дорогие наши зрители, появились какие-то вопросы, связанные с подготовкой, да, к дачному сезону, вы всегда можете их оставить в нашем дачном специальном автоответчике по номеру 47 99 75. Обязательно оставляйте. Придете в следующую пятницу, Ирина Георгиевна? Обязательно. Пока есть время, мы будем вас ждать. Отлично, приглашаем. У нас в студии дачный эксперт Эрика Терехова.